Всем привет, друзья, с вами Брайан, продолжаем нашу кампанию в отеле Total War, Заданов на легенде и с войной со всеми христианскими фракциями. Мы с вами остановились на захвате провинции Уэльс, захватили провинцию Мерсию, сегодня должны полностью будем объединить Британию под правлением викингов, и я думаю, что следом мы будем захватывать Ирландию. Я думаю, что мы сделаем это так. А потом уже пойдем, соответственно, в Европу. Если, конечно, к тому моменту от королевства франков еще хоть что-то останется. Потому что пока их, конечно, там вроде как выносят. Очень достаточно сильно, дерзко. Кстати, мы можем с Вестфалии начать торговлю. Начать торговлю можем. А что они там сделали? А, они захватили портовый город. Неплохо. Еще и денег возьмем. 1800. Тоже неплохо. Так, воители отправляем на разведку. Мне вообще надо вот этот город больше всего разведать и знать информацию о поселении. 18 отрядов, плюс он там еще собирает армию. Я так смотрю. Я могу сейчас взять и вот это чудо грохнуть. Не могу, да? Блин, я мог этим грохнуть. Так, подожди, у нас вроде... и ты не можешь. И ты не можешь. Вот плохо, он там армию наймет себе. Так, хорошо. Знать бы, как он двинется. Если интересно, я стану здесь. В засаду. На следующий ход я смогу. Попробую. Ну, смогу ли его подловить? Или, а если не получится, на следующий ход проатаковать город. Рискованно. Ну, давай попробуем. Тут армия небольшая, 14 отрядов. И по идее, конечно, поднабрать бы. Давай ее тоже, наверное, отправляем, скорее всего. Так. Ты меня не достанешь, да? Все, тогда здесь сделаю найм. Давай топорника возьмем. 5 отрядов. Мы их потом, если что, нашей основной армии перебросим. И надо будет заменить состав. А давай еще мечников, подожди, возьмем. Так, у меня 1400. Ну, на 1400 я ничего, наверное, не построю уже в этот, на этот ход. Да. Минус 5 порядок, тут 0. Там у меня с учетом того, что здесь еще армия сидит, и у него, блин, еще, кстати... Децимацию надо провести. Все, завершаем ход. Так, Куба повышение, губернатор наш. Угу. Ага, засада не удалась, но тем не менее бой состоится. Так, сухая погода нас устроит. У них анагра есть. Всадники, у них тоже парочка отрядов. Узнаем, пойдут ли они в атаку, будут ли они стоять. Стоят, да?
Ну, нам вот. Да. Границы подойти, чтобы Панама на горы, главное, не попадал. Так, ближе не подходим. Че, он вообще даже не отреагирует на это действие никак. Жесть. Я ему, значит, на нагры там разбиваю. Я вообще по барабану на это все, да? Ходим. Враг собирается силами. Чаржит сейчас нас. Ой-ой-ой, чё ж тут так? А, все, нормально. Хорош. Перехватили его. Больно за стрельщиков, больно, блин. Так, уходим. Копья подошли, блин. Мечники какие-то быстрые, блин, носятся по карте так.
с поля боя. Пошли дальше. Так, сейчас генерал будет пробиваться, я так понимаю. Вроде тут особо не разгонится, потому что цепляется за свои же отряды, которые отступают у него. Сейчас у нас в течение 2-3 ходов поменяется полностью вся пехота, будет еще круче. Давай-давай-давай, его тут забираем. Так, анагр можно отрубать. Все, победа. Догоняем. И увидимся тогда на карте компании. Ну, тут сейчас 2 отряда надо добить. Они побегут. Все, преследуем. Конница у нас прям хорошо поработала. 229, 329 за бой набили. Ну да, это чудо будет отступать, пытаться. Там у меня другая армия подходит. Сейчас еще эти ребята подойдут. Тут у нас повышение. Докачиваем защиту тогда в ближнем бою мы, да? Сплоченность, боеприпасы для стрелков, урон от выстрелов. Боевой дух при осаде, доход от налетов. Блин, ну в налетах я редко стою, конечно. Давай плюс 2 для новых отрядов пехоты ближнего боя к опыту. Блин, я, кстати, не могу сейчас проатаковать город. Черт. Придется ход подождать тогда. Ход придется постоять. Ты пока на... О, смотри, тут прям под боком стоит чудо еще. Помехи. Так, мне надо тогда шпиона подвести. А, шпион не может ничего сделать. Шпионы пока слабенькие. Изнурение тут 40%. Ну, подходи, короче, тогда... Ладно, стой там. Пали контору. Давай мы тут изнурение сделаем. Вдруг нападет. Вред поселению поджог. Давай поджог сделаем. А, критическая неудача. Сделали поджог. Там было того агентика бы еще грохнуть, да, я так понимаю, нам... Чтоб не тусил тут. Заказного убийства пока нет. Подожди, я вот не помню, а ты, наверное, вообще убивать не можешь. Проповедь нетерпимости.
Запугивание населения, проповедь конца света, вдохновление войск, коррупция, Можно шанс клонить цель к измене прокачать будет тогда потом. И пробовать переманивать агентов. Так, тут у меня с порядком что-то беда. Давай мы сюда, наверное, рощу поставим. Еды достаточно. Еще еду воткнем. Все. Блин, опять тут... А, это флот у нас. Сплоченность флота падает уже. Королевство Нортумбрия. Фракция уничтожена. Восстание неминуемо. О, ну тут еще, кстати, не все построили. А, я что хотел сделать? Я хотел сюда рощу перестроить, взять, чтобы здесь место освободить, потому что в мелких поселениях, ну, больше вариантов строительства различных построек. Так, тебя сразу грохнуть. Нахер вы тут не нужны. Так, ты стоишь. Все, тогда атакуем поселение, забираем его. Че там, потери, да, были в армии? Копейщиков потеряли немножко. Это мы перестроим 1500. Это на ремонт. Остальное все. Блин, анагры можно оставить. А вот анагры можно оставить. Давай передадим войскам, получается. Я забираю этих ребят. Взамен отдаю вам вот этих ребят. Ну и давай еще тогда, чтобы уже армия укомплектована была. Поменяем копейщиков. Чтобы просто сейчас не медлить, идти в атаку сразу дальше. Не промедлять. Потому что сейчас получается вот этот Лондон вообще не защищен. Мне на пути надо уничтожить, получается, вот эту армию взять. И все. Дорога открыта будет. То что он так сплоченность... А, давай сплоченность, может быть, попробуем поменять сейчас. Скорее всего, попробуем поменять сплоченность. Я ее поставлю сюда. Что сюда еще можно? Доспехи. Чужая... А, на следующий ход применится это дело. Ладно, давай тогда пока обратно. Ну, сплоченность плюс 5, то есть мы его выведем из города. Рядышком тут поставим. И, по идее, сплоченность должна будет увеличиться. Увеличиваться, но, не знаю, есть вариант, что нас может проатаковать армия. Там лучники. Наверняка в большом количестве. Фракции новых не открылось.
У меня, кстати, с соседями тут немножко отношения ухудшаться начали. Того и глядишь, войну объявят. Так, Уэльс, восстание. Где восстание? Блин, надо же внизу. А оно как назло внизу. Повреждение постройки. А, давай. Там уже армию нанимает этот. Непонятно, куда он делся. Вот тут вот чудо, куда делось. Ты с кем-нибудь воюешь? Воюет, но его не видно. А, вон он стоит. Все. Могу, в принципе, встать здесь. А эту армию тогда поведу наверх. Давай, главное, рощу поставим на перестроечку. Самое главное, ты сюда. Ладно, давай без анагров. В город, главное, сядем. Главное в город залезть. Так, ну-ка теперь. Ну нифига. Завоеван. То есть, подожди, это типа наш все-таки, да? Нейтральная. Завоевано. Ладно. Так, а в налет хорошо. Понял. Патруль сплоченность даст нам. Во. Сплоченность даст нам патруль. Плюс 4. Фракция минус 6. Угу. Так, по должностям нам. Кого-нибудь надо назначать? Флотоводца. Канут. Ну, у нас пока губернаторов больше нету. Что у нас там, кстати, с воинственностью? 49%. Это вроде, блин, главные агенты нас не достают. О. Прям. Даже тебе надо, сама хера себе. Че так печально-то все? Винчестер, великий пожар, повреждение построек. Сразу же. Так, там анагр есть. Ready for orders. Ready for battle. Фракция минус 7. Тут у нас сплоченность минус 3 идет. Но этот на засаду не повелся, да? I am
Слушай, ну я могу его ночной атакой проатаковать и взять. У него единственное в городе там хороший гарнизончик получается. Неудача. Надо бежать тогда обратно, раз здесь мятеж будет скоро. Потому что здесь гарнизон у нас ни о чем сейчас. Нету больше вот этих предметов на порядок. Вот нету их и все. Давай сплоченность возьмем. Раз у нас проблема со сплоченностью, как оказывается. Что она у нас... Фракция минус 6 получает дебаф. У нас тут получается сплоченность минус 3. И вроде бы, если не ошибаюсь... И вот здесь минус 2 получаем. Хотя нет, тут подчиненные войска. Непопулярный. Подожди, где-то еще было. Дебаф. Веренная провинция. А нет. Ладно, хорошо, давайте атакуем. Надо перед тем, как атаковать, посмотреть, что за город, потому что потом будем отбиваться в нем. А ну, город для того, чтобы отбиваться, вообще идеальный. То есть вот эта армия потом на нас, когда нападет, мы спокойно отобьемся. Так, тут у нас получается... Ну, в гарнизоне войска неплохие. Уничтожим башни. Вообще, кстати, есть вероятность, что он может даже на вылазку пойти. Есть такая вот небольшая вероятность. Это было бы идеально прям. Сюда нам получается хотя бы эту башню, да, грохнуть. Та уже далеко башня. Ну поджигать ты не собираешься ее. 92. Готов. Вражеская башня превратилась в обломки. Нормально мы их уделали. Давай, 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 давай. Хорош.
У него еще там, получается, лучники есть. Сейчас можем военачальника ему загасить. Дезмораль получат хорошую тоже отряды. Давай. Бля, уводят его. Ой-ой-ой, тихо. Ну ладно, военачальника мы покоцали ему, хорошо. По крайней мере, если что, убьем мы его быстро. Потом. Так, все, их там тоже 17 человек осталось, хватит. Давайте теперь вот этих стрелков. Да что ж ты такой надоедливый? Вот этих ребят теперь. Навесом херово стреляют, на самом деле, отряды. Очень херово. Не знаю, почему. О, смотри, куда убежал. Давай, Кава за ним. Смотри, еще один. Смотри, придурки. Блин, жалко, Каву, конечно, мне раскидали тоже. Все-таки из-за того, что два отряда, как-никак было. Жалко, блин, тех двоих не удалось. Ладно, давайте в атаку пойдем. Можно начинать. Все равно, в принципе, мы стрелков ему нейтрализовали. Давай пока так подходи. Ну, смотри, там пытается выйти. Пошли. Все, не уйдешь. Не должен уйти, по крайней мере, больше. Thank you.
У него там получается один отряд остается. По стрелкам вроде как. Добивай, 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 добивай. Все отлично. Молодцом. Так, подожди, туда не идем. Под башню не суемся. А, у него там еще отряды есть. Наверху, тоже покоцанный. Проходите сквозь, вас же убивают так. Ну, там вроде прорываемся. Там просто обычные копейщики легкие, сейчас их быстро порежем. Тут посерьезнее сопротивление. Блин, там Кава, правда, еще стоит. И сюда еще Кава бежит. Куда ж ты генерала увел? Вопрос. Отлично, побежали. Давай дальше, стрелков. Ну там отборные топорники, у него отборные копейщики там. Ребята. Ой-ой-ой, Каву не пропускайте, все нормально. Так, тут, блин, под башню забежал не очень прям удачно. Конницы дефицит. Блин, не получится их добить, зараза. Если добивать, то терять всю конницу, блин. Парочку отрядов туда, топорников сюда. Генерала, похоже, что наверх, да, затащил.
Все, хорош, пошли. Да, вон он стоит. Вроде как один. Убегает, блин, куда-то там берет. Все, тут в бег со всех обратили. Надо сейчас по-быстрому военачальника добить. Еще для них удар будет, и они точно побегут. Пока жив он, блин. Еще куда-то сваливает, берет зачем-то. Серьезно от меня убегать будешь? Три калеки осталось, елки-палки. Победа. Так, что мы сейчас можем в городе восстановить по численности? Отряд конницы слил. Купировать 8% восстановим, да? Нормально. Можем кого взять? Взять никого не можем. То есть ждать мне сейчас атаку. Так, а что я могу? Ничего не могу сделать. Вред поселению тоже не могу сделать. Не надо денег. Да, денег недостаточно. Что у тебя тут? Метатели, парачники, эфир. Не, ну у нас там... Хороший город, там можно обороняться очень даже легко, плюс у него нету лучников, проща она особо не постреляет, застрелы тоже особо не постреляют, 5 отрядов конниц единственное только, да? Ну вот она идет в атаку на нас. Вот он и пошел в атаку. Ладно, ребят, я думаю, мы, наверное, на этом тогда нашу серию сегодня будем завершать. Эту битву мы развернем уже в следующий раз и захватим заодно Лондон, да? Чуть-чуть не успели до объединения всей Британии, ну, значит, это перенесется на следующую серию. Если вам понравилось, не забудьте поддержать видео лайком, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, оставляйте комментарии. С вами был Брайан, всем удачи, всем пока-пока.